Третий алгоритм работы реле времени РФ201М называется периодичный 1. При этом алгоритм оба канала работает независимо друг от друга. При подаче питания на канал реле выключено, потом пауза Т1, потом реле включается, потом пауза Т2, потом реле выключается. И так до бесконечности чередуется включение и выключение реле. Посмотрим, как это работает. Установим переключатель А, положение 0, 1, 0. На первом канале выставим время Т1 10 секунд и Т2 тоже 10 секунд. На втором канале выставим 5 и 20 секунд соответственно. Установим переключатели D1 и D2 в положение 0,0,1. Тем самым мы перешли в диапазон времени, где вся шкала T1 равна 10 секунд, а вся шкала T2 равна 100 секунд. Выставляем Т1 и Т2 первого канала. Выставляем Т1 и Т2 второго канала. Включаем первый канал. Реле выключено. Реле включено. Выключено. Включено. Теперь включение и выключение будут повторяться бесконечно. При срабатывании реле первого канала замыкаются клеммы 1-2. Включаем второй канал. Реле выключено. Реле включено. Выключено. Включено. Включение и выключение будут повторяться бесконечно. При срабатывании реле второго канала замыкаются клеммы 4-5. Вот так реле времени РФ201М работает в алгоритме периодичный 1.